В ходе рабочего визита в Балаково губернатор области Валерий Радаев побывал на строительной площадке жилого комплекса. Возводится он в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья. В этом году квадратные метры получат 315 балаковцев. В новых многоэтажках за переселенцами закреплено 132 квартиры. Строительство одного дома полностью завершено. Сюда уже въехали более 100 балаковцев. Готовность второго дома 90%. Его сдача намечена на ноябрь. В настоящее время здесь готовы два подъезда, а в двух оставшихся ведется внутренняя отделка, устанавливается сантехника. Работы в третьей многоэтажке завершены на 80%. В ней еще не закончено остекление и проведение коммуникаций. Но до конца текущего года для всех участников этого этапа программы вопрос с переселением будет решен. Мы вступаем уже во второй этап программы, 2014-2015 год, поэтому никаких сбоев и сроков не должно быть. Никаких сбоев. Поэтому все для этого есть, и надо двигаться по программе.